Бери лук. Я принес мед. Из меня плохой собеседник. О, нам точно найдется о чем поговорить. Сказал бы сразу, что не будешь. Зачем ты пришел? Из вежливости. С виду ты спокоен и рассудителен. Ты же спокоен и рассудителен. Если того требует момент. Я бы сказал, что требует. Да. Ты знаешь, кто я. Незадолго до начала зимы произошло некое недопонимание, о котором я сожалею. Но теперь мы все лучше осознаем, с кем имеем дело. Так, то, что ты сделал с его детьми, самозащита. Мы, асы, живем ради смерти. И скажем прямо, они были никчемными. Но Бальдер – другое дело. Он был моим следопытом, лучшим. Да, он утратил свой разум, но от него была польза, а теперь его нет из-за тебя. Понимаешь? За тобой должок. И ты тоже надоел.
Что тебе нужно? Предлагаю мир. Может, мир устроит почтенного бывшего бога войны? Давай не будем убивать друг друга. Может, посидишь дома, дашь отдых ногам? Не будешь искать ссоры со мной? Я отвечу тем же. При условии, что он перестанет искать Тюра. Да, мы знаем, чем ты занимаешься. Хватит. Старые порядки Тюра мертвы. Он мертв. Понятно? И тогда все, мы в расчете. Я даже пойду вам навстречу. Можете оставить себе пленника. Моего пленника. Да-да, я знаю, что ты здесь, рядом, сладкоречивый гаденыш. С какой стати нам тебе верить? Чего стоят твои обещания? А вот и он, мой старый подельник. А он похудел. Что бы он вам ни сказал, это ложь. Чему ты их учишь? Что, умнейший среди живых внезапно ослеп? Мы ведь хотим одного и того же. В общем, предлагаю тебе честную сделку. Я договорюсь со своей бывшей. Фрея вас больше не тронет. Никакой угрозы для парня. Тебя ведь это заботит, верно? Ну, что скажешь? Нет. Не затягивай. Наконец-то. Я давно этого ждал. Здешний. У нас есть обычай. Кровавый долг. Это значит, ты поплатишься за то, что причинил боль моей семье. Сейчас объясню. Это за Бальдра. А теперь покажи-ка мне, что умеет убийца богов. Не бей в полсилы. Это оскорбительно. И все. Я думал, ты наконец себя покажешь. Знаешь, кем я был? Ты про призрака Спарты? Да. Тогда знаешь, на что я способен. Покажи! Вот это побудь! Да! Не бей в полсилы! Это оскорбительно! Я ждал от тебя большего! Это за магни! Я нечаянно, Тюр, старый ты зануда. В бою ведь не бывает нечестных приемов, да? Я
хотел поглядеть на клинки. Они на твой зов не отвечают. Не сдерживайся. Яви мне свой звериный нрав. Неужто мои дети умерли, потому что тебе просто повезло? Тупица! Ты думал, здесь ты станешь отцом и начнешь новую жизнь? Так не бывает. Ты разрушитель, как и я. Ну уж нет. Я скажу, когда хватит. Покажи мне, какой ты на самом деле. Вставай! Твой брат сам затеял ту драку! Мне плевать! Тобой ран, а ты у нас примерный отец. Знакомое чувство. Что? Неважно. Мне насрать на твои отеческие советы. Покажи мне бога войны. Ты начал это, а я закончу. И это бог, истребивший целый пантеон, потому что его обидели. Не мог такой никчемный вояка одолеть моих сыновей. Умно, но это тебе не поможет. Это чужеземный бог, сразивший Бальдра. Это человек, низвергнувший Сигру с королевы Валькирии.
Кто ты? Покажи! Покажи мне убийцу богов! Вижу, ты сильнее моих сыновей. Хоть уже и не тот, что прежде. Но я не мои сыновья, а твой сын. У всеотца есть виды на него. Вот он. Вот он, бог войны. Считай, твой долг уплачен. Свидимся. Говорил же он справиться. Кратос, это Синдри и Брок. Ну и драка была. Может... Домой, живо! Сотроим Один! О, нет. Я подготовлю врата. Ну, пошли. Тут все рядом. Как славно, что ты заводишь друзей. Мьёльнир, конечно, лупит, будь здоров. Ты же знаешь, что его сделали мы? Ты уже говорил. Говорил, да. Просто не был уверен, что ты слушал. Но этот топор хотя бы теперь кому-то служит. Иначе в чем был смысл? Готово. Сможешь попасть домой. И вот еще что, малыш. Раз асы смогли заявиться к вам на порог, значит, сдохла ваша защита. Как вышвырнешь Одина, советую поискать другое пристанище на сегодня. Иначе можно и не проснуться. Я не оставлю свой дом. Да ну, сам знаешь, всему дец ничем не гнушается. Может и шпионить за тобой, и разнести твой дом по бревнышку, пока ты спишь. Он на все способен. Иди за мальцом, а я кое с кем потолкую, и, может быть, смогу устроить вас на время к нему. Я уж хотел тебя искать. Ты ранен? А ты? Что он хотел? Ну, заплатить за крышу. И он позвал меня в Асгард. Ишь ты, за дверью-то я вас не слышал. Я отказался, само собой. Хорошо. Для чего ты искал Тюра? Скажи я, что ищу его, ты бы мне запретил. И ты скрыл это от меня. Я хотел тебе рассказать. Правда хотел, но... Раз ты узнал, я должен тебе показать. Нет! Поверь, тебе нужно! Поверь!
лишился доверия. Так дай мне его вернуть. Дай показать, что я нашел. К тому же, Один наверняка вернется. И Тор. А они, похоже, могут выбить дверь и войти сюда всякий раз, когда им вздумается. Есть лишь один способ от них избавиться. И, кажется, я знаю как. Отец. Покажешь. Собирай вещи.